Пусть стирается. Всем привет, ребят. Всем привет, ребят. В общем, ой, господи. Только зашла. Сейчас сходила, получила на Валберес кое-что. Сейчас я вам расскажу. Это просто вчера был трэш. Так, Рича, ну-ка. Ну-ка, иди отсюда. Вчера просто был трэш, ребят. Рича, давай уходи. Уходи, куда? Иди сюда. Вчера просто был трэш. Давай, давай, давай. Я сейчас вам расскажу. Ой, блин, у меня вчера по всей квартире эта гардина летала. Ну, я в Телеграм выкладывала, кто подписан, они знают. Иди садись вон сюда, будем разбирать. Иди садись. Так, хлеб. Птицам надо сегодня было отдать, ладно. Потом отдам, хлеб выкидывать, ребят, нельзя. Так, надо помазать синяк. Иди, садись. Садись, давай. Давай, давай, давай. Синяк надо помазать. А, сейчас. Такой вот мазью спасать. Просто капец. Жесть. Не знаю, что уж он помогает, не помогает. Но болит, ребята. Жестко болит. А если еще задеваешь, то вообще, конечно, фука вонючая. Так, смотрите. Сейчас я вас поставлю. Вот так вот. Вот так вот. Трусишки. Ну, это в приват-канале, потом все покажу. Ссылочки, если что, в описании. В описании, кто не знает, как вступить в мой приват-канал. Ссылочки в описании. Резиночки вот такие вот. Это Веронечки купила. Так. О, кайф. В общем, вчера... А, надо сначала рассказать, да? Я эту грёбаную гардину... Я не могла повесить. Ну, там, короче, я не знаю, что дюпеля маленькие. Я уже и бегала, и покупала. В общем, дедушка приедет, повесит. Она у меня вчера летала вообще по всей комнате летала. И я, короче, приняла решение. А пока дедушка приедет, это вообще еще хер знает сколько будет. Это вообще непонятно. Может, через месяц. Но я же не буду жить с открытыми окнами, потому что те шторки я уже выкинула. Потому что, ну, там все отпадывало, просто отпадывало. Я же была уверена в своих силах, да, что я смогу повесить. А я нихера, вот оно, я не смогла, да. Вот такая вот я криворукая, жопорукая, или как оно. Я приняла решение заказать рулонные шторы. Потому что даже пусть будут у меня рулонные, и дедушка приедет, и те повешает, это абсолютно не помешает, абсолютно не помешает. Захочу, буду рулонные открывать вот так вот, захочу, буду их закрывать, и эти закрывать, полная темнота, чтобы была. Поэтому, то есть нормально, лишним не будет, тем более сейчас зима. А у нас окно очень сильно прям продувает, а вы знаете, какие у нас тут ветра дикие. Поэтому налито, потом буду снимать вот эту вот тканевую. А на зиму вот нормально, нормально. Сейчас посмотрим. Заказала такие, пришли. Заказала только вчера, сегодня уже пришли. Тоже такой цвет под обои как раз. Под обои как раз. Я вам сейчас пока не буду комнату показывать. Сейчас вот шторки повешу. Ну, их-то я смогу повесить. В конце концов. Эти, как они открываются? Фиг какая-то. Опа. А, все, поняла. Сейчас пощупаем их. Ну, дешевые, ребят. Шторки дешевые. Я взяла дешевые. Да и обои тоже были дешевые. Ладно, дорогие у меня. Это инструкция. Я без вас буду их весить, потому что
Я думаю, я тоже буду ругать. Ну, дешевенькая ткань, конечно, такая вот. Дешевенькая. Ну, такой вот цвет. Такой вот цвет. Сейчас буду заниматься, прям сделаю и вам покажу. И покажу потом, как обои поклеила, как этот жгут наклеила. Все покажу. Ой, господи, дай бог терпения. Дай бог терпения. Ремонты — это, конечно, какая-то жесть. После ремонтов, ребят, нужно отдыхать. Отдыхать. Так, что у нас еще есть? Представляете? Пакетов столько. А я всегда сейчас пакеты там беру. А что? А что? И так столько денег отдаешь. Тут халявный пакетик. Это очень хорошо. Тем более пакетики хорошие. Они бесплатные. Иногда, правда, не предлагают. Но если не предлагают, я сама прошу. Поэтому надо все, что бесплатно, надо брать. Надо брать, ребята. Все, что бесплатно, надо брать. И вообще даже не думать. Потому что, ребят, бесплатно сейчас ничего нет практически. И пока предлагают, берите, даже пакеты берите. А вдруг это потом какой-нибудь раритет будет, да? А вдруг они потом будут рублей 100 стоить? А я такая уже вся богатая, такая в пакетиках. Поэтому беречь надо. Все, что бесплатно, надо беречь. А все, что платно, тем более надо беречь. Вернее, бесплатно цените. Ну, кушать, вы поняли. Вообще есть хочу, не могу. Короче, я лоханулась. Я думала, это я плечики заказываю. А я заказала эти крючки для вешалок. Поняли, да, чтобы вот так каскадно весить. Вот нахрена они мне нужны? Не, ну нужны плечики все равно. Я схожу вон в этот фикс прайс. В фикс прайсе куплю тогда плечики. Потому что мне это плечики надо было. А, да. Тут вот эти вот... Ай, коза. Так, что, визиточка какая-то. Прям в бумажечке чуть такое. Зачем в бумажку ложить визитку? Прикиньте, сейчас снимаю. У меня память кончилась. У меня телефон на 1 терабайт, ребят. Чтоб вы понимали. Я хочу чистить, я не знаю, мне нечего там удалять. Блин. Ну ладно, буду заняться. Так, это у нас что? А, это мыло я заказывала листовое, знаете, куда-нибудь на море, в дорогу. Такое вот миленькое маленькое мыльце. В море, допустим, раз берешь так одну вот эту вот штучку, водичку, и вот так размыливаешь, и оно пенится. Вот там сколько штучек. Очень удобно с собой в дорогу брать. Очень удобно. Такая вот штука. Всякая фигня. Зачем? Так, тут что у нас? Сейчас опять закончится память. Надо быстрее. И потом здесь почистить. Нет, сначала сделать шторки. Сначала сделать шторки, а потом садиться. Потому что иначе это ремонт затягивается на века вечные. Надо все сделать. Так, что это такое у меня? Гель для умывания. А, гель для умывания. Точно, я заказывала. Аравия. Кстати, мне вот эта косметика Аравия понравилась. Гель для умывания с березовым дегтем. Так, это что такое? А вот это что такое? Вообще не знаю. Вообще не знаю, что такое. Интересно. Ну, что-то не мое, что мне дали. Где подарки, а где что-то бесплатно? А, и это Аравия, это тоже маска с коллагеном, гиалуроновой кислотой. Такая вот масочка. Так, а что это такое реально? А что за коробка? А, что за коконишин? Знаю, это сковорода. У меня сковорода скончалась. Скончалась. Покиньте. Ей, наверное, месяца два. Посмотрите. Она, во-первых, вся помятая, а ручка вообще оторвалась полностью. То есть, ну, говно какое-то. Я заказала чугунную. Ух ты, вот это мощь!
Вот это тяжело. Это прям тяжеленькое. О, есть хочу. Водой не напьешься, конечно. Это прям... Посмотрите, ну она не дешевая. Она прям мощная и слитная, то, что мне нравится. Я знаю, что будет горячая, но можно же взять эту прихваточку. Блин, класс. Классная сковорода. Сегодня Вероничке попробую первый раз на ней рыбку пожарить. Так, а это что? Это что? А, это я маску заказывала тоже для приват-канала. Ой. А что, оно выгнуто как-то, нет? Не, мягенькая, мягенькая, прикольненькая. Прям такая какая-то очень приятная. Тут она что-то отлежалась. Очень приятная. Классная маска, классная. Так, все, ребят, я побежала шторы делать. Все, все, все. Все, вот так вот. Побежала делать шторы. Может, я сегодня что-то надо много чего успеть. Все, давайте увидимся через буквально секундочку. Ну все, ребят, сделала. Осталось еще только полы сейчас помыть. Все в клею. Так, ну смотрите, смотрите, вот шторки. Вот шторки. Вообще сделала за 5 минут. Так, сегодня у нас, смотрите, какое. Сегодня у нас среда 25-я. Не знаю, когда вы это увидите. Вот, шторки. Знаете, сразу есть чем дышать. Сразу свежо, просто свежо. Ничего лишнего. Вот, главное чисто, видите, я вам говорила, я начала их делать, и они у меня постоянно отпадывали. Там, короче, эти саморезали, как назвать, их надо, короче, толще и больше. Ну, дедушка приедет, сделает, и повесит мне еще такую штору, чтобы у нас был тут полный блокаут, когда надо. Вот, поверху я сделала, вот видите, эту канат, вот такой вот, это я увидела лайфхак. Такой вот канат, по крайней мере, ребят, все чисто, да, с нахлестом, да, с нахлестом. Я вам не спец, вот это вот, чтобы, знаете, я делала для себя, не для кого-то, да, мне тут жить и так далее. Кондиционерчик, все я почистила изнутри, все чистенько, все чистенько, все хорошо, знаете, приятно, ну, тут, правда, вот эта вот херня там, вот это вот, ну, что поделать, я не знаю. Вот, все чистенько, все ровненько. Жгута, кстати, не хватило. Там, значит, везде сделала. За кроватью не хватило. Ну и хер с ним за кроватью. Кто там видит за кроватью, правда? Вот, вот эту подушку мне, кстати, надо продать. Или просто отдать кому-то. Если кому-то нужна для Кекиса подушка такая, ни разу не использованная. Стоит она сейчас, ребят, в размере 10 тысяч. Я ее достала, у нас под кровать вся пыльная, тоже надо протереть и, может быть, разыграть. Я не знаю, ну, по мне, так это бесполезная штука. Мне ее, простите, не с кем, не с кем пробовать, у меня 100 лет уже никого не было, поэтому вот так вот, не знаю. Так что вот, смотрите, все чистенько, прям дышится, дышится хорошо. Какая все-таки я молодец. А, там надо еще кусок каната обрезать. Ага. Все, как хорошо, да? Не айс, конечно, но зато чисто. Зато чисто, знаете, прям как-то обновилось все, и мусор столько выкинуло, и все. Так что все айс. Так что вот такие вот дела. Сейчас полы помою. Ну, пропылесошу сначала, а потом помою. Все, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, мои приваты каналы, ссылочки все в описании, ребята. На мой рутубчик, пожалуйста, пройдите, мне очень-очень-очень это важно. Пожалуйста, пройдите, подпишитесь на мой рутуб. Я вас всех обожаю, все, целую, пока-пока. Да, Снегушечка? Вот эти бокалы тоже у меня лежат, мне там на рекламу давали. Ни один даже не использован, вообще ни один не использован. Тоже, блин, куда, я не знаю.